Добрый день! Сегодня сделаю обзор на такую вот интересную модель. Модель — это будущая подставка под светильник или торшер. Здесь будет абажур. Модель интересная, но я бы все-таки не рекомендовал такие модельки выбирать для тех, кто только начинает. Сейчас я попозже чуть покажу саму форму, покажу, из скольких она частей состоит. Модель, кстати, прислал заказчик, заказчица, вернее. Оксана, тебе привет! С ней уже вожусь достаточно долго, но сильно меня никто не торопит. Форму закончил, сейчас обкатаю и можно будет отправлять заказчику. Сейчас покажу саму форму. Значит, форма выглядит следующим образом. Состоит она из трех частей в собранном виде. Выглядит вот так. Оставил возможность фиксировать на болты, поскольку изделие будет заливаться цельнолитым. Будет вставляться в дальнейшем длинный штырь во все тело отливки. Сейчас разберем и покажу, как она разбирается, со скольких частей состоит. Как разбирается. Модель интересная, но достаточно сложная для тех, кто только хочет начать. Все собирается и разбирается достаточно легко. Работать на дне было несложно в плане построения разъемов, линий разъема и нанесения силикона, но есть определенные сложности в том, что есть у нас острые углы, и с ними приходится постоянно бороться. Это вот книги, у книги особенно глубокие поднутрения вот такие. В этом, конечно, плане надо будет постараться. А так форма, вот один силиконовый вкладыш, видно, да? Смотрим, что там. Да. Все сюда. Вот, вот второй силиконовый вкладыш. Все собирается по замкам. Использовал два вида силикона. Более эластичный. И пожестче. Вот. Форма получилась очень интересная. Модель интересная, но для начинающих я бы такую модельку не рекомендовал. В общем, те, кто только хотят этим заняться, для них это будет очень сложная форма. И, скорее всего, на такой модели вы опыта не получите. Потратите только свое время, силы и средства. Получите отрицательный результат. Не получится сделать форму. И, скорее всего, забудете про это дело. Хотя модель-то классная. Модель классная. А вот модели, которые я бы рекомендовал, об этом подробно можно узнать по ссылке ниже в описании.